Прокурор Куйбышевского района совместно с главой района и сотрудниками ГИБДД вышли на еженедельную проверку. Особое внимание техническому состоянию дорог и своевременности исполнения ремонтных обязательств подрядными организациями, а также тем внутриквартальным проездам, которые еще не были отремонтированы. В микрорайоне Сухая Самарка осмотрели дорожное полотно на улице Белорусской в районе 104 дома и на улице Флотской возле 17 дома. Мы с прокуратурой работаем регулярно в направлении мониторинга состояния дорожного полотна по внутриквартальным проездам. Сегодня мы выехали в микрорайон Сухая Самарка, смотрим здесь адреса. Каждый год мы держим темп, порядка 10-15 адресов вот подобных закрываем. По поручению прокурора города был сформирован еженедельный график таких проверок для выявления и устранения проблем. Прокуратура Куйбышевского района в этом году уже проверила 60 дорог местного значения и выявила нарушения. Типичными нарушениями является наличие выбоин, отсутствие разметки, а также ненадлежащее содержание автомобильных дорог. В этом году проверками охватим все дороги. По результатам их проведения дадим оценку действиям подрядных организаций, а также контролирующих органов. На текущий год администрация Куйбышевского района уже наметила план дорожных работ, выбранной подрядной организацией. Обновление дорожного полотна ожидается и во внутриквартальных проездах на Белорусской и Флотской. Александра Гусева, Григорий Плешаков. События.